Артюр Рембо. Празднество терпения. Хоругви мая. В просветах редких веток лип стихают крики улюлю, но пение церковное витает меж смородины, чтоб в наших венах кровь играла, запутан виноградник старый, а небо мило, словно ангел. Лазурь беседует с волною. Я выхожу, и если ранят меня лучи, во мхах останусь. Быть терпеливым, жить с тоскою, так это просто. К черту муки, хочу, чтоб с колесниц удачи меня не отпускало лето, и чтоб из-за тебя, природа, уже не сирым и ничтожным, я умер там, где умирают обыкновенно пастухи. Пусть время силы истощает. Тебе, природа, я сдаюсь, весь голод мой и жажду всю. Ты ж накорми и дай водиться. Ничто меня не заморочит. Забавно предкам, что на солнце, но мне смеяться не пристало. И добровольно это участь. Май 1872. Сейчас ребята гуляют, через 15 минут встречаемся на улице около Горшковой. Пойдемте орхидеи смотреть. Потому что или влажность попадает, или солнце попадает на них. У нас отдыхал. Влажность должна поддерживать где-то 70% солнца должна поддерживать. То есть даже нет, либо А у тебя давай фотоаппарат дойдем. Да, я смотришь, сколько попугаев. А где? А, это вот, вот он.